не заполнены трибуны крытого стадиона, но достаточно большое количество пришло сегодня посмотреть на обновленный «Шериф», а он на самом деле обновленный. Вот давайте даже если посчитать, в стартовом составе 4 новых футболиста. То есть фактически чуть ли не 50%. Завершили, конечно, напомню, если вдруг кто себе это не в курсе, завершили терраспольчане свою еврокубковую кампанию. Не смогли второй год подряд выйти из группы в Лиге Европы, но теперь зато могут вполне спокойно сконцентрироваться уже на внутренней борьбе в чемпионате и Кубке Молдавии. Потому как Замалиев, давайте эту атаку досмотрим. Сейчас Георгиев... Ну, штрафную же войти не просто. И ошибается Денис Русу. И первый мяч в воротах «Рапида» оказывается. Далибор Волош. Поздравляем славянского нападающего с таким успешным дебютом. В первом же официальном матче и на 14-й минуте забивает. Не, конечно, не без курьеза забивает этот мяч Далибор Волош. 50% этого гола на плечах Дениса Русу. Но... это, как говорится, уже дела «Рапида». Наверное, будут они разбирать. Давайте еще раз смотреть. Вроде бы как чуть неудачно успевал к этому мячу Георгиев. Неудачно подстраивался. И сложная получилась передача. Но как раз эта сложность и сыграла, скажем так, плохую шутку с Денисом Русу. Голкипер «Рапида» несколько потерялся в этом эпизоде и не смог. С него, правда, передачу сделать... Замалиев опасно, и мяч в воротах, да, мяч в воротах, Наиль Замалиев. Едва-едва первая минута только истекала, но, может быть, успела уже первая минута пробежать на циферблате, и «Шериф» забивает второй мяч. Наиль Замалиев, ну вот сегодня новички у «Шерифа» забивают. Говорил Наиль Замалиев... Вошел в штрафную абсолютно при каком-то непонятном попустительстве защитников «Рапида». Дали пройти просто так российскому полузащитнику без проблем и пробить по воротам. И там уже шансов у Дениса Русу было немного. 2-0. Результативное начало второй половины. И это уже более-менее... Пешич. Красивое действие. Кептини 1-1. Ну, сегодня просто бенефис новичков. Пешич, Александр Пешич, автор эффектнейшей голевой передачи. И Анатолий Кептиня все-таки забил свой мяч. Говорили мы с вами уже о том, что очень нацелен на ворота этот 27-й номер «Шерифа», перешедший из футбольного клуба «Тирасполь» в аренду Анатолий Кептиня. И вот... Давайте смотреть, красивая очень комбинация. Не было положения вне игры, там в офсайде Волков, но он абсолютно в эпизоде не участвовал. А Кептини из правильного положения атаковал. И 50%, наверное, гола здесь, конечно, Пешича. Красивейшая комбинация. 3-0, это уже практически оформленная победа. Ну, давайте все-таки тащиться, забив четвертый мяч в ворота «Олимпии». Пешич на этот раз в правильном положении может забивать. Что он и делает? 4-0. Александр Пешич. Гол и голевая передача. Но это просто бенефис, как я уже сказал, дебютантов. Сегодня все новички за «Шериф» забивают. И Денису Русу тут не позавидуешь. Ну, тут в помине никакого офсайда не было. Шикарная передача. Пешич тут просто корпусом убрал, как мальчика какого-то защитника. Это был... Кто это был? Это был Анатолий Боиштян, вышедший на замену. И вот легко очень оттеснил от мяча Боиштяна Пешич. И там уже без проблем мяч мимо Дениса Русу отправил.